Что ты, черт возьми? Твой ночной кошмар. И зачем ты мне снишься? Хватит валять дурака, я к тебе за делом пришел. Я тебя слушаю. О, как выживаешь, сын? Что вам надо? Ой, я вас с Кастьяном перепутал. Чтобы поймать рыбу, нужно найти реку. И сколько обещает? 20 евро. Что? Какие деньги на земле не валяются? Хочешь, покажу тебе фокус? Давай. Смотри. А, нет, это не то. Опа. Я думаю, ты не против сорвать большой куш с дерева изобилия? Да, что бы это ни значило. Есть один козлодой, по погремухе бешеный бык. Он перешел черту. Он доил чужую корову. Нужно его как следует наказать. У себя на вилле он хранит в чемодане самое ценное, что у него есть. Ты в деле? Можешь на меня рассчитывать, если дело касается пополнения моего капитала. Все, послушаем вдохновляющую песню и пойдем. Все, пошли. Был у меня один друг, насмотрелся всяких коучеров и говорит мне, мысли материализуются. Так по мне, сколько не материализуй, а свинья молока не даст. Виллу круглосуточно охраняют. Нам нужно как-то пробраться в этот подвал и выкрасть чемодан с драгоценностями. Стоп! Охранник куда-то пропал. Не нужно не терять ни минуты. Свистнешь, когда охранник придет.
Фу. Еле справились. Где-то здесь должны быть все энергоценности. Пошли. Фу, походу нашел. Вот. Пацан, дорогая. Что, подожди. Я вот подумал сюда, что если Бог не всемогущий, он просто могущественнее всех других. Это прекрасно.